Вы в прошлом году закупили час энергии, знаете где? В Кыргызстане. В летний период. Да. Так как Екатеринбургская отказалась от поставок, хотя она поставляет электроэнергию в России по цене почти в два раза ниже, чем нашим потребителям. Почему это? Кто разберется? Да? Почему остальные они дают дороже, чем куда-то? Ни разу не ставили. А почему она отказалась вообще? Можешь сказать? А? Ну, это в зимний период обычно происходит. Но мы переговоры ведем с КИГОКом, и фактически в зимний период обеспечивается необходимое количество энергии для города. 6,5 тенге, а туда 3,6 тенге. Вот в правительстве мы хотели бы услышать не только вот о тех итогах, которые вы сегодня доложили, но и о причинах, почему в числе 5 областей нашей республики, Павлодарская область, уровень инфляции выше среднереспубликанской. За допущенное снижение на 4,1% за отсутствие спроса на электроэнергию. Сейчас мы провели все встречи, необходимые переговоры, производственные с руководителями энергопредприятий. Сейчас прорабатывается вопрос по поставке экспорта электроэнергии в Российскую Федерацию. В принципе, очень сложно идут переговоры. Понятно, что на рынок электроэнергии в Россию просто так не запустят. Но тем не менее, вот в рамках нашего сотрудничества с Омской и Новосибирской областью подвижки имеются.